Доброе утро, друзья! Вот так выглядит мой замоченный спонж на ночь. Замочила в банке из-под скраба. Видите, какая вода, как кофе. Сейчас хорошенько всполтаю и посмотрим, помогло вообще моему спонжу это действие. Так. Вода, конечно, ужасная. Посмотрим, помогло ли ему. Дело в том, что у меня тональный крем мой очень плотный, из-за этого спонж не вымывался. Ну, что я вам скажу? В принципе, неплохо. Видите, какая вода грязная, вся жижа отошла. Сейчас я его помою, посмотрим, насколько ему это помогло. Что я вам скажу? На 90% он, конечно, отмылся. Видите, вот это пятно? Оно, конечно, не сошло. Возможно, уже и не сойдет. А в общем, да, хорошо помылся, поэтому буду пользоваться этим лайфхаком. Смотрите, в предыдущем ложике я рассказывала в конце видео, как я чем замочила спонж. Ничего себе! После двухдневного дождя у нас еще и солнышко. Конечно, дубарина на улице еще та, но тем не менее, сегодня будет весело. Пришла домой. Сейчас покушаю, сяду за монтаж. А на 5 часов вечера, блин, я так довольна, я пойду обрезать свои волосюшки. Я не знаю, жалко мне или нет, я знаю то, что здесь есть окрашенные волосы, и которые уже не очень живые, так сказать, ну, конечно, это скажет парикмахер. И я хочу каскад, лесенку, потому что, ну, я добилась своей цели, я отрастила длинную длину, решила обрезать волосы, значит, так и надо. И вчера я весь день снимала, а сегодня я хочу весь день намонтировать влога в обычных видео, потому что тем и видео достаточно много. И обязательно сниму вам с парикмахерской. Боня молодец, улеглась на окошке, на солнышке. Выгревает свои бачка. Блох прогревает. Все, все, не трогай, все, отдыхай. Я тоже приду прилягу, а потом на волосы. Детки хорошие, спокойные, активные. А, в общем, я скажу о том, что у меня не все так плохо. А сколько сантиметров срезать нужно? Всего лишь 4 сантиметра, то есть моя длина останется. Саша очень этого боялся, каре моего якобы. Ну, понимаешь, это же меньше в Инстаграме писать надо. Ничего не изменилось, я же как тупо была. Это не мои проблемы. Ну, а как-то будет более заметно. Ну, понимаешь, я не хочу глубоко тебе вырезать, понимаешь, сделать большой угол. Потому что эти куски будут еще хуже отрастать, чем вот эти. Ну, тут видишь, оно плавно все идет. Просто ты не сильно густо залазила, да? А мой, ну, вот тут вот есть, да, вот?
вот он, да? Вот есть, видишь, камень? Можно, я не спорю, можно сделать вот так. Ну, видишь, угол больше. Ну, хочешь ты его больше, потому что его потом сложнее отращивать. В общем, 4 сантиметра минус. А радости? Минус 4, вот. 4. А я сейчас думала, я на час тут посплю, засяду. Нифига. Пошла домой. Меньше в Инстаграме, кстати, я тоже думала, сейчас засяду. Мои волосяшки. В этот раз не так много, да. Сижу и понимаю, что сходила в парикмахерскую, удовольствия не получила, потому что, по сути, ничего не изменилось. Вот такое тоже может быть. Я рассчитывала на какой-то более плотный результат, но даже мою лесенку и ту не видно особо. Вот она, смотрите, вот она. В общем, девчонка сказала мне, что лучше не делать сильный срез, потому что слишком долго будут отрастать волосы. Поэтому я немножко расстроена. Пойду сейчас есть мороженку и заедать стресс. Лягла на диван. И все, больше ничего не хочу. Я что-то так резко переклинила. Просто какая-то апатия, депрессия. Я сегодня хотела весь день, весь вечер монтировать, но меня хватило только на один влог, и все, и настроение куда-то ушло. Каков интересен женский организм. Настроение может меняться вообще вдоль секунды.